сейчас, как раз 41-й год. Вот москвичи опять встали за свои права. Отстаивать свое, вот живой, вот как жить, им отставить. И перед кем? Не перед Гитлером, перед этой властью. И что такое? Я считаю, давайте мы сегодня примем с вами решение и вместе будем отстаивать. Я как депутат Госдумы от Компартии Российской Федерации Рашкин Валерий Федорович, как Зубрилин Николай Григорьевич, как Московская городская дума, как местные депутаты здесь пришли, мы ответственны перед вами. И отчитываться будем только перед вами, а не перед Собяниным и перед их, так сказать, олигархами, которые здесь осваивают бюджеты. Перед вами будем, и только перед вами. Что? Давайте, вот здесь есть камера. Я считаю, что эта власть боится гласности, как ночные мыши света. Давайте поднимем, я вам обязуюсь, на площадке Государственной Думы озвучить этот вопрос и ваши требования, ваше мнение по строительству этого метро. Я обязуюсь это сделать. В Московской городской думе Зубрилин Николай Григорьевич. Сегодня примем решение, мы отправим его и президенту Путину, и премьер-министру Медведеву, у которого денег нет, но мы все должны держаться. Ну не важно. И Собянину отправим лично депутатским запросом, который обязателен для исполнения ответа. И после того, как получим ответы, здесь же соберемся, я еще раз зачитаю ответ этой власти, Собянина в том числе. Договорились в этой части? Я это сделаю. Давайте под камеру сегодня скажем, вот все громко, нет метро под Ленинским проспектом. 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 Значит, это мы записали, ролики сделаем. Выставим его на москвичам и власти в том числе. Запишем его, и запись я отправлю Собянину. Вот эта запись, которую вы сегодня здесь сказали громко. Давайте примем нашу резолюцию сегодня. Мы подготовили вместе с активом, депутатами. Я зачитаю, мы проголосуем под камеры, под фото, под видео. Не возвращаете? Зачитываю. На территории Академического, Гагаринского и Ломоносского района Москвы с сентября 2018 года незаконно ведется подготовка к строительству метро. До утверждения проекта планировки, до публичных слушаний, без правовых оснований, был заключен договор с Мосинжпроект на выполнение работ по строительству перегоночных тоннелей и станционных комплексов объекта линия стоимость метрополитена, станция метро улица Новаторов, станция метро Севастопольский проспект стоимостью свыше 30 миллиардов рублей. Слушания по проекту начались только с 4 апреля 2019 года. Проект новой линии метро вызвал критику и массовые протесты жителей районов по причинам. Первое. Не подтверждена целесообразность строительства участка новой линии метро между близко расположенными действующими линиями Сокольнической и Калужско-Рижской в районах с хорошо развитым наземным общественным транспортом. Станцию улицы строителя планируют построить на расстоянии менее 700 метров от станции Университет. Продление Сокольнической линии и первый участок коммунарной линии, пересекающийся в БКЛ на станции улицы Новаторов, уже решает проблему распределения пассажиропотока и транспортной доступности для коммунарки. Так? Да! При вводе в эксплуатацию новой линии существенно увеличится нагрузка на уже перегруженную Калужско-Рижскую линию. Так? Да! Строительство метро в исторически сложившемся академическом Гагаринском и Ломоносовском районах с плотной застройкой и жилым фондом 50-60-х годов прошлого века создаст угрозу разрушения жилых домов, имеющих ленточные фундаменты, чувствительные к движениям,
грунта и передающие вибрацию на несущие элементы дома на всем протяжении новой линии. Не учтена сложная гидрогеологическая обстановка в районах, обводненные грунты, подземные реки и возможные изменения гидрологической обстановки при строительстве. Так? Да. В составе проекта отсутствуют результаты необходимых исследований, экспертиз, а также публичное обсуждение этих результатов, не проанализированы пассажирские и транспортные потоки. Так? Да. Проект предусматривает изъятие объектов природного комплекса, масштабную перекладку коммуникации, массовое уничтожение зеленых насаждений, что пагубно скажется на экологической ситуации в районах. Восстановление зеленых насаждений будет невозможно из-за ограничений, накладываемых технически и охранной зонами метрополитена. Так? Перекрытие проспектов 60-летия октября Ленинского и улицы Ульянова во время строительства неизбежно приведет к транспортному коллапсу на несколько лет во всем Юзао. Так? Да! Принимая решение о новой ветке метро, городские чиновники обязаны в первую очередь учитывать интересы жителей. Реализация проекта неизбежно приведет к ухудшению условий жизни сотни тысяч горожан и не учитывает их конституционное право на благоприятную окружающую среду, которая существенно снизится, так как данная линия метро превратит территорию района фактически в транзитную зону. Так? Да! Рассмотрев проект планировки территории линейного объекта новой линии метрополитена от станции улицы Новаторов до станции Севастопольский проспект, представленный на публичное слушание, зафиксировав нарушение законов Российской Федерации при проведении публичных слушаний в наших районах, мы, жители Академического, Гагаринского и Ломоносовского районов Москвы, присутствующие на встрече с депутатом Государственной Думы Рашкиной и Московской городской думы Зубрилиным и органами местного самоуправления депутатами, требует отмены проекта в полном объеме. Да! Правильно? Да! Кто за это, прошу проголосовать по пунктам. Кто за, прошу зафиксировать видео, фото. Единогласно! Единогласно! Фиксируем. Единогласно! Здесь опустили. Кто против? Нет, не вижу. Кто воздержался? Нет, не вижу. Второе. Требует исключения из планов развития транспортной сети Москвы и планов развития метрополитена строительства новой ветки метро от станции улицы Новаторов до станции Севастопольский проект. Кто за это, прошу проголосовать. Прошу фиксировать.